Привет, ребята! Еще один анекдот на автомобильную тему. Значит, такой состоятельный, солидный мужчина, такой хороший, ответственный, решил сделать себе подарок. Денег хватает, пошел в салон Bentley, купил там себе самую последнюю модель, там на полном фарше, там кожа из яичек молодого крокодила, там дерево, не дерево, там черное и беновое. Ну вообще, все, последняя модель, супер автомобиль, дорогой. И вот он выезжает из салона, и на первом перекрестке ему в задницу влетает, бац, старенькая Honda. Но он же солидный, спокойно выходит из Bentley своего, подходит к Хонде, вытаскивает мужичонку оттуда, кладет его на капот, снимает с него штаны, с себя приспустил и давай его наказывать за эту аварию. Тот лежит на капоте и только ух, ух, ух. Это приостановился. Чё ух-то? У Хонды водитель справа. Пока, ребят. Всем здоровья и процветания.